всегда, в темную два с вами Спунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Продолжаем все так же играть в Зомбатрон. Локации здесь стали, ох, какие опасные. Они беспощадно... Хлопушка. Заманивают меня в такие ловушки, в такие дебри. Я просто не знаю, что с ними делать. Ух ты. Ты вот... Одно только это. Меня сейчас таракан сожрет. Сейчас таракан сожрет сзади. Куда ты к нему отходишь? Таракан меня сзади бьет. Еще один. Сейчас я тебя разнесу на запчасти. Убей таракана, пожалуйста, пока он меня не сожрал. Убей его. У меня аж сердечко ёкнуло. Спасибо тебе огромное. Еще один. Сейчас я тебя разнесу на запчасти. Не стреляй, человек-солдат. Я не несу угрозы. Я ремонтный дроид Гарри. Гарри, говоришь? Я Блейз. Но я не солдат. Я исследователь. Ищу выход из шахты и, похоже, заблудился. Может быть, ты знаешь, где выход? Это очень хорошо, человек Блейз. Ты можешь выйти, но не знаешь, где выход. Я знаю, где выход, но не могу выйти. Я помогу тебе, а ты помоги мне, человек Блейз. Сначала кратко мне объясни, что здесь творится. Почему другие роботы агрессивны? Почему ты не агрессивен? Сбой в программе дроидов вызван излучением кристаллов. Меня перепрограммировал человек Фина. Теперь излучение не действует на мою программу. Эш, ты себя нормально чувствуешь? На тебя излучение не действует? 15:33, короче. Эш, не пугай меня! Простите, капитан, это была шутка. Я себя чувствую абсолютно нормально. Насколько может чувствовать ИИ? Сенсоры не фиксируют угрозы моей ОЦ. Нашла время шутить. Пожалуй, я пересмотрю свое намерение насчет апгрейда блока юмора. Итак, Гарри, кто такая Фина? Извини, человек Блейз, я не понимаю твоего вопроса. Попробуем иначе. Кто такая человек Фина? Человек Фина – мастер-создатель. Когда меня утилизировали, она отремонтировала мою механическую оболочку и перепрограммировала кибермозг. Теперь я устойчив к излучениям кристаллов, но не устойчив к механическим воздействиям. Именно поэтому я не могу выполнить свою миссию. А в чем твоя миссия? Я должен добыть и доставить образец кристаллов человеку Фине, но выход преграждает агрессивное существо, опасность механического разрушения и потери образцов. Я правильно понял, что это существо не робот, и оно уничтожает роботов. Существо поглощает кристаллы, становится от этого сильнее. Дроиды добывают кристаллы для него. Я не могу отдать образцы. Но существо не выпустит меня, не забрав кристаллы, значит, я буду разрушен. Миссия под угрозой. Все это странно. А других выходов из шахты нет? Другие выходы разрушены взрывами. Значит, выбора у нас нет. Хорошо, идем, дроид Гарри, посмотрим, что это за существо. Что-то есть. Нет, там нет ни хрена. Дроид Гарри, кстати, защищать надо. Чтобы он не помер. Я, кстати, так и не нашел патрон для своей пушки. Фух, ничего себе, дроид Гарри был уничтожен. Ты куда бежишь-то, дроид Гарри? Давай без этого, блин. Я не хочу, чтобы ты помер раньше времени, Гарри. Как я его буду защищать? Он просто бежит на врагов, сломя голову, и я даже ничего не могу сделать. Еще чуть-чуть, и он подохнет. Даже не успеваю патроны собрать. Дроид Гарри, давай без шуточек твоих, а? У тебя 30 хп осталось, это совсем у них хреново. Ничего себе прилетело, это откуда такое? Ну я подумал, там-то паук сейчас вылезет. Как я должен его защищать, я его даже отремонтировать не могу.
Ничего себе. Фу, хорошо, что на тебя это не действует как урон. Только не подходи к нему. Он тебя разорвет на куски. А, его починить можно. Но он воскресает. Все, фух, это не так сложно, как я подумал на самом начале. То, что он сейчас умрет, и мне придется с самого начала все это делать. Если вовремя его починить, то не страшно. Надеюсь, он там никуда не грохнется. На голову за меня принял, да, выпал? Так, а здесь у нас прохода нету, да? Да, здесь пусто. Пошли тогда дальше, дроид Гарри. Там идешь? Только не спрыгивай вниз! Дурак. Да, такого робота-помощника еще надо поискать. Как ты до этого здесь выживал? О, он за меня хоть выстрелы принимает некоторые. О, я смог забраться сюда. Из-за всего этого. Сейчас я тебя спасу, не беспокойся. Он мне помог подпрыгнуть. Так, что это такое? Продать нафиг. Такая ублюдская шапка, она так противно выглядит. Не знаю, на Дауна в ней похож. Ну нафиг. Да, действительно, в той похож на Дауна, а в этой нет. Даже как-то не подумал на это. Ну, вот той характеристики, наверное, хуже. В этой характеристике хорошие, поэтому я так и не думал. Как твою мать, ты меня напугал. Куда ты прыгаешь? Там же плохо все. Ну, я не знаю, куда я выкинул. Да, туда я уже не пройду. Только за ним не надо. Присобачил его к стене нафиг. Фух, я его смог спасти. Возможно, он там и останется. Прощай, друг мой. Нам придется с тобой попрощаться. Дед, не засчитает мне все как пройденный. Ничего себе, бомба. На тебе такую еще раз, посмотрим, как она. Не добил, правда, тоже. Ух ты же засранец, я чуть не сдох из-за тебя. Куда-то мы идем, мы все идем, идем. Один секрет. Ух ты как. Да, давай, бей. Уничтожь ее, правильно. Так и надо. Что у нас в секрете? Какие они там? Весенние сапоги. Дать нахрен. О, я, кстати, нашел пару патронов на эту пушку.
Ну, посмотрим. Как она хороша, нет? Скорострельность у нее такая себе. Патроны жрет в огромных количествах. Ползет, ползет, смотри. Патрон она жрет, конечно. Красный ключ карты. Куда она мне нужна вообще? О, там что-то взорвалось, ты смотри-ка. Сюда, что ли? Я даже и не заметил. Гарри, прости. Но я пока без тебя. Вроде бы скала. Фу. Ничего себе, еще и легендарная. Ты посмотри на нее. Скала. Дорого аптечки эти стоят. Я их по 100 с чем-то брал. Давай пока не буду так тратиться уж прям. Что у нас там по скале? 18 к снижению урона. 15% реагирует 5... после каждого убийства. Ух ты, ничего себе, вампирик. 10% к шансу вернуться. Конечно же, надеваем. Конечно же. Это сразу же продать. Кстати, оставлю-ка я на босса эту штуку. Надену вот это. Пошли. Да ты, ёб твою мать. Бей его, на. Чуть опять меня ни в углу не зажал. Ствол слишком длинный у меня. Говоришь? Ты чё, псих, что ли? Прям ровно в меня. Бедный робот Гарри. Он так хотел мне помочь. Так хотел выполнить свою миссию, но вместо этого к его останки оказались замурованы в скале. Кто теперь его спасет? Хрен его знает. А здесь ничего нет. О! Можно пройти и дальше будет. Возможно, он сейчас с нами перенесется. Да невозможно, так и есть. Это будет странно, если он там действительно остался до конца. Так, одну сюда. Шанс критического урона у меня практически 40%. И все сюда. Мы уже близко. Мне опасно идти дальше. Я буду ждать тебя здесь. Хорошо, я постараюсь не задерживаться. Хорошо. Сейчас все возьму. Только возьму. Вот это сделаю. Ох, как хорошо. А, да, кстати. Что это за чертовщина? Судя по анализу внешнего вида, это типичный голем. Рекомендую использовать гранаты. Остается ожидать встречи с гномами и эльфами. Что говорят твои сенсы? Существо разумное? Договориться с ним можно? Я бы на это не рассчитывал, существо крайне агрессивно и... Капитан, я думаю, вам пора применить оружие, оно нападает. Уже? Ты чё? У меня как раз для него кое-что есть. Очень, очень, очень хорошая штука. Где ты там, пидорас, это... Что творишь? На! Не попал. На! Пофигу. Как тебя бить-то? Пофигу. Ух ты.
Бом. Голову ему хреначить надо, я понял. Так, надо отходить. О! Как-то в голову надо попасть. Бах, промах. Ты съебешься из базуки, промах. Ох, ты ж, бля. Бля, оно меня долбит, бля. Ты пидорасов здесь, бля, откуда? Ты смотри просто, сколько их тут. Как тебя уничтожать? Сохни, дрянь, пожалуйста, я как этим жить, бля, тебе промок. Надо, сранец. Кушай, кушай мои патроны, блядь. Я смотрю, тебе нравится моя шестистволочка. Да, блин, против него граната не так хорошо действует. А возможно и действует. На тебе парочку еще. Опа, увернулись, да, как красиво. Взорвались все твои роботы, хопа. И я убегаю сразу же. На тебе шестистволочки. Я смотрю, хорошо заходит. Хавай пули. Ты че тут прыгнул? А ну назад, видишь, тут батька разбирается. Опа, увернулся ты как. Перезаряжай мою шестистволочку. Не зря я ее нашел, патроны копил. Больше всего ему это нравится и входит. Всем нравится. Кому не нравится заряд от шестистволки, я не понял. Ух ты, я куда-то упал. Вообще, наверное, к ним, да? Промах, все. Блок идет. Надо куда-то что-то бежать, что-то делать. Здесь патроны лежат. Ух ты, что это было? Что это меня ваншотнуло? Я так его хорошо расстреливал, прям... Зараза, я такая что-то натворила. Смотри, как у него ХП сносится. Давай последний вот этой рубанем. Да ему пофигу, даже с крита. Нахрен базуку. У меня и с гранатами очень хорошо справляюсь. Не знаю, дерьмоще какое-то. Ух ты, блин, было бы обидно сейчас, если понял. А, это свои, мне уже все. Мне уже хреново становится. Так, я понял, что это дерьмо. Очень лютое дерьмо. Нахрен это. Продать все. Я вон в деньгах это лучше оставлю. Так, и где мы? Нади. Так, пойду патроны внизу соберу. Такого дерьма я еще не видел. Что у нас там? Следуй за мной к выходу. А где тут ящик-то должен был после него остаться? Вообще пофигу. Вон он. Я пока не хочу туда идти. Вот и выход, дроид Гарри, можешь возвращаться к своим, а мне нужно вернуть свои энергомодули. Спасибо за помощь, человек Близ, твоя услуга поможет человеку Фине и ее отцу завершить работу. Есть еще отец Фины? Эш, что думаешь по этому поводу, что это выжившие колонисты? Вероятнее всего, возможно, они могли бы ответить на многие наши вопросы. Возможно. Но сначала давай вернем украденное, а потом, может, и заглянем к гости к Фине. Прощай, Гарри. До свидания, человек Близ. База мусорщиков в той стороне. Ага, ты туда, да? У меня тут победный мой сундук лежит. Нагрудник воина. К броне, к шансу нанести критический урон, к один к силе. Да, и защищает она круто. Но моя-то легендарная. Еще плюс вампирик моя дает. А там у нас что? А, нет, здесь нет ни хрена. Не, ну с этой штукой мне понравилось босса сносить. Прям очень круто зашло. Там она скорострельная, прям в голову ему стреляешь, очень много урона заходит. Намного лучше, чем один взрыв. О, опять вы.
Так, у меня для вас сюрпризы есть. Видите, как я оттуда вышел подготовленным? С одного удара что ли бил? Ты чё спрыгнул? А, всё горит! Вы чё думаете, что со мной так легко справиться? Ни хрена! Я уже обучен в уничтожении вас. Сам себя решил взорвать, да? А я тут уже не допрыгнул, потому что у меня там робот сам себя взорвал. Ну да, придется это там оставить. Если только попробовать. Нет, он даже с места не сдвинулся. Блять! Бля! Я просто яйца сжимаются в такие моменты, когда ты хрень кого-нибудь подбегает, а я, оказывается, назад вылезти не могу. Жестко тут воевать-то стало. О, тут что-то есть. А я тут не пройду, да? Тут должен быть мостик, а я... Ну, хотя бы сюда. Тоже неплохо, гранаты понаходил. Они мне не помешают. Ну ладно, видимо, там секрет какой-то. Ну, из-за того, что я вперед пострелял. Что ты мне там хочешь найти? Эш, тебе удалось расшифровать что-то важное из исследовательных данных? Кое-что удалось, но информация пока не удается... Информацию пока не удается систематизировать. Не хватает данных, я могу рассказать то, что удалось проанализировать. Давай хоть что-нибудь. Исследовательские модули были частью научной станции. Исследования велись по многим направлениям сразу. В числе прочего были засекреченные проекты, включая проекты по генной инженерии. Ну это понятно, и так, из того, что мы уже увидели. Да, это так, но есть кое-что еще, что-то касающееся то ли древнего культа, то ли не о религии. Пока не хватает расшифрованных данных, чтобы сделать окончательные выводы. Известно, что в рядах ученых случился раскол. Некоторые из них решили покинуть планету. Ученые с научной станции принимали участие в реализации этого плана. Что стало с самой станцией, пока непонятно. Возможно, дальнейшая расшифровка данных даст ответ, а автономный модуль ERAM-65 потерпел крушение. А сведения о том, что же, кто же подал сигнал бедствия, не удалось выудить? Нет, возможно, если бы мне удалось попасть в модуль и подключиться к системе мониторинга, я бы нашла ответы. Давай вернемся к этому вопросу позже. Может, мы посетим его снова, но не сейчас. О, там что-то есть. Говна тут раскидали. Кстати, смотри, там что-то есть. Еще одна маска, что ли, выпала? Она такая же, как и моя? Да, она с них падает. И она охренительно. Продать ее. Деньжат еще срубил. Денег у меня просто завались. Можно такие пушки себе покупать. Какие хочешь. Че себе ты там прыгаешь? Ух ты! Твою думал, на, вот сам туда лети. Не рой могилу другому, сам туда упадешь. Это надо знать. О, опять вы роботы! Ты смотри, у него там
пушку установлена, ходит такой важный. Ты чё, на, держи. Покушай, наверное, не достанет, да, по урону сейчас. Твою мать. Чё там творишь-то вообще? На тебе такую тогда. Ходит тут такой важный. Ты вылез-то откуда, блин? Отпрятался, спрячься, откуда вылез? Ух ты. Вы чё думаете, я до вас не доберусь, что ли? О, какой-то мусс там сбросил. По-моему, я это зря сделал. Ты засранец, что ты творишь, ты что? Видишь, я сюда пройти хотел, нахрен ты выпрыгнул. Мало того, что меня подставил, так еще и сам вниз упал. Ты по кому стреляешь? Да не лезут. Такие стрёмные, нахуй. Так, здесь никуда не пройти. Здесь, наверное, просто монстр был. Ты дурак, что ли? Не пойму. Угу. Маска потерянных голосов. А у меня такая же, что ли? Шансы заблокируются. Ну, про ней к ловкости. Маска безумия. Мне так повезло, что ли, что она выпала. Хотя до этого она вообще ни разу с этих монстров не падала. Там еще, кстати, что-то есть. Ночной дозор. А у меня что? У меня ночной кошмар. Если ты пошел в дозор, то возьми с собой меня. Че, ты прям охренительный, что ли? Тут 4300 стоит. Я не знаю насчет нее. Кстати, пошли там еще проверим некоторые места. Там еще кое-куда сходить можно было. У меня пока и моей пушки хватает. Прям с головой. Я не жалуюсь, что хочу ее поменять. Ночной кошмар или ночной дозор. Ночной кошмар звучит эпичнее. Прям вот намного круче. О, здесь секретка. Вылез такой тут. Засранец этакий. А, он здесь просто сидел. Найден секреток за скелет, да? Память о шахтах. Продать нахрен. Говно. Еще сундрак здесь прикольный такой. Не, туда я вниз за опытом и за всем этим прыгать не буду. У меня боеприсов спасов, кстати, очень много. Ладно, поехали вниз. Потихонечку, помаленечку, сейчас прорвемся. Может, тогда птичек купить, а то я очень хорошо потратился. Раз я ничего другого из оружия покупать не хочу. У меня просто пушек своих уже. Завались. Ничего другого мне не надо. Я куда-нибудь здесь могу так встать хорошенько? Как вам такой, уродцы? Бля, я упал. Я уже научен с вами сражаться. Так что меня таким не возьмешь. Крипи как хорошо вылетают, а?
что, выжил? Нате с приклада тогда. Бегает там, смотри. Так, как мне туда попасть? Опа. Найден секрет. И что, здесь ничего не выпало, ты хочешь сказать? Секрет. Охренительный секрет. Я такого давно не видел. Ничего себе, он меня сносит. Охреневший робот. Да ёпки мы. Бля. О! Не, ну секрет, конечно, отпадный. Ничего не было. Вот это секрет. Секрет за всем секретом. Конечно, все хорошо, а как мне туда наверх залезть? Ко мне здесь недостаточно. Или там что-то сломалось. Сверху. Теперь можно пройти. Да нет, ничего не сломалось сверху. Как проходить-то здесь? Наверное, я должен как-то от этих камней отпрыгивать. Ну, я не достаю. Все, что ли? А, во. Да, турели тебе не очень опасны. На, жри динамит. Куда бежишь? На свою верную смерть? Псих ты конченый. Опа. А, они допрыгивают туда. У меня ящик тут нет никакого. Переход на новую локацию. А там внизу что? Тоже переход на новую локацию. Какой-нибудь роль хоть играет вообще то, что я вниз спустился или наверх. На этом-то можно, кстати, и закончить. Сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.